Да, пляжи затопило. Я прям лежу на ветках. Слезы от расстройства. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас из города-курорта Анапа. У нас сегодня всю ночь опять шел дождь. После потопов уже все по-быстрому восстанавливают. Анапу готовят к новогодним праздникам. Но у нас есть очень плохие новости. С воскресенья на понедельник придет к нам невероятный шторм. В море в черном будут волны 8-9 метров. Это невероятная величина. Вы представьте, что такое 3 этажа волна. До берега дойдут по прогнозу метров 5 волны. Это тоже очень большие волны, то есть очень сильный удар стихии. Ветер будет до 30 метров в секунду, вы представляете себе? И осадки прогнозируются на уровне 15-20 миллиметров. То есть это какой-то апокалипсис. И возможно, то, что мы видели с вами в потопе, покажется нам детскими игрушками. Хочется верить, конечно, что прогноз не сбудется и все будет хорошо, но по факту мы только узнаем, как говорится, как это все придет. Сегодня в Анапе плюс 11, температура воздуха идет. Дождь, сейчас он немножечко стих, ветер уже дует 12 метров. Прокатимся по городу и доедем до моря, посмотрим, как там обстановка. Прежде чем отправиться туда дальше, к морю, я хочу вам показать Благовещенскую. Вот так сегодня выглядит парковка перед центральным пляжем, которую перекрывали, ее полностью затопило и дождями, и волнами. Вот такая вот обстановочка. По традиции на выезде с улицы Мирной у нас здесь небольшая лужа, но можно сказать даже сухо. Ливневая система, видите, практически пустая. Температура, как я и сказал, плюс 11. Время 10:43, начало сегодняшней съемки видео. При повороте в Алексеевку на улицу Спортивную с улицы Крестьянская, Анапского шоссе, делают у нас новый пешеходный переход. Честно, его здесь прям не хватало, потому что ближайший идти аж в ту сторону до гипермаркета, либо в обратную сторону надземный пешеходный переход. Наконец-то появится здесь, и детям будет удобнее ходить сюда, вот в новую построенную школу в Анапе. Улица Северная. Знаете, что здесь водички много. Прошлый потоп здесь также топило домовладение. Наши МЧС качали воду, а все потому, что дорога гораздо выше, чем многие дома по левой стороне. Получается, качают воду отсюда буквально при каждом дожде. Надо как-то что-то менять, чтобы постоянно это не происходило. Прям показательно, что уровень окон у людей по уровню дороги. Пионерский проспект, это район Голубые Дали. Здесь, видите, вода подсохла, даже несмотря на то, что идет дождь. С таким количеством осадков, как сейчас, в принципе, все наши грунтовые ливневые системы справляются. Коих нет, но вода успевает впитываться в грунт, потому что была большая засуха вот при прошлом дожде, но все осталось на поверхности. Пляж Восход, друзья. Нынешний санпарка, но на надпись на арочке такая и осталась. Здесь по левой стороне высадились сосны. Посмотрите, как они красиво теперь здесь смотрятся. Одно из тех мест, где действительно посрубали старые деревья, сделали бордюрчик, газон, высадили новые. Мы выходим на морюшко. Александр только что вернулся, сказал, что дует 14 метров в секунду. Но на самом деле мы будем выходить сейчас в море, чтобы его покорить в такую вот погоду. На речке Анапки там чуть-чуть фонит ветерок, поэтому приехали на пляж Восход. Следы от машины, от муниципальной службы уехали на мониторинг пляжей, то их уборку. Уборки предстоит очень много. Я прям лежу на ветке, ребята. Смотрите, песок мокрый, но его метет. Настолько сильно сегодня продувает. Есть люди, которые гуляют по берегам моря. Но море подошло вплотную к дюнам. Настолько сильно прижимает ветер его. Ветер дует сегодня невероятный. Я такого давно не помню. Просто как из фена. Постоянно его не рвет. Он продувает. Такая красота. Да, пляжи затопило, вода дошла до дюн. По всему побережью можете увидеть. То есть берег начинается вообще вот там, а вода сейчас стоит здесь. Вот такая красота. Как вам такие виды? Пошел я, короче, переодеваться. Сейчас пойдем море покорять. Готовимся к старту, накачали кайты. Эх, если б я знал, что сегодня все так закончится бедой, может быть, бы остался дома, хотя вряд ли. Такое случается. Итак, выходим на море. Вы видели, какие волны, какой шторм. И парочку галсов вам сейчас покажу, как это выглядит изнутри. Обидно, что контроль полный. То есть чувствовался в море вообще прям хорошо. И старт хороший. Видите, даже в сухом костюме как зашел, так и поехали дальше. Даже не намок. Волны сегодня давали возможность так вот и подпрыгнуть.
хорошо, и ветер держал классно, если бы не порывы, которые приходили. Настроил кайт получше, и давайте попрыгаем немножко по волнам. Когда идешь в море, и вот такой угол зарезки, через них очень классно прыгать. Увидел, что волна рушится, и сложно будет перепрыгивать, развернулся и погнал обратно к берегу. Какая красота! Как это великолепно ощущать море, волны, ветер. И все еще такое тепленькое, ребят. Представляете, что море 15 градусов. Ветер у нас сегодня такой же, оттуда приходит. Ну, температура воздуха, правда, всего лишь 11-12. Разгоняемся и для вас сделаем такой небольшой прыжочек. Какая красота. Ты идешь, чувствуешь волны со всех сторон. Великолепно. Над дюнами. Полетать — это свое собственное удовольствие. Разворот и обратно уходим в сторону моря. Я думаю, что еще мы вставим видеосюжет, ну, ближе к концу, каталочку, как это выглядело. Но сейчас я буду уже с вами делиться эмоциями, которые вообще получились из этой каталки, как я остался без кайта. Теперь у меня нету больше вот этого, на котором я сегодня катался. Он разорвался. Подпрыгиваем. Приземляемся и видим еще волны, но эти, видите, не рушатся, и через них можно спокойно переехать. То есть уверенность в каждом движении. Но бывает такое, что насколько бы ты не был уверен, подводит именно оборудование. Хотя оно тоже максимально хорошее, но иногда, как говорится, случается беда. Господи, спасибо, что я остался жив. Именно так это должно звучать. У меня разорвало кайт. Повис он на проводах здесь, где катались. Вот что случилось с шортами. То есть примерно так же выглядит кайт. То есть их тоже полностью порвало. Просто жуткая картинка. А я вроде живой. Самое главное. Ребята говорят, что ничего страшного, починим, да как обидно. Хороший, классный кайт. И вины моей, честно, нет. Пришел какой-то порыв, кайт начал складываться, он начал по всему небу возиться. Ну, образовалась огромнейшая тяга, меня начало просто тащить. Где-то я был в море метров 50, я за секунды вылетел на берег и в последний момент отстрелился. И угол кайта, к сожалению, сел прямо вот на фонарный столб. Ну, такая судьба у него, значит, самое главное, спасибо Господи, что я живой. Поедем, посмотрим, ребята, как там еще, наверное, пацаны будут кататься. Поменяли точку, отсюда решили, ну его нафиг. В этот момент собралось тут, кстати, очень много кайтеров, я не снимал, потому что мы снимали кайт где-то минут 20, все пытались сдернуть. Думали уже вышку вызвать, но там мне повезло, потянул за одну строку, и он выскочил немножко. Вот такие дела, к большому сожалению. Вот на этот столб приземлился, получается, мой кайт. Один из фонарей оделся. Такая, короче, беда, ребятки, произошла. Самое главное, что слез оттуда, все живы. Посмотрите, насколько сильнее стал шторм. То есть появилось очень много пены. Вода уже вообще захлестывает. Даже уже выше. То есть вот это подножье дюн доходило, а сейчас уже даже выше пошло. Собаки все равно есть, люди гуляют. Ребята все отсюда собрались и поехали на речку Можжепсин. Я тоже вот переоделся сейчас. Поеду, поснимаю хотя бы, как они будут кататься, попуская слюни. Теперь у меня нету девятки, маленького размера какая-то. Ну, будем надеяться, что починят. Александр уже как бы вердикт свой даст туда попозже. Как говорится, когда приедет домой, будет время, разберет его, посмотрит, что там получилось в итоге. Ну, говорит, что вроде бы надежда есть, что он починится. Ну, а как будет, будем посмотреть. Ну, такие великолепные раскаты. Ну, как там было круто в море. Жалко, всего лишь минут, наверное, 40 там провел. Ветер, причем, вот хороший, но порывы приходят очень сильные при этом. Такой вот рваненький у нас ветерок. И на Анапу заходят тучи. Конечно, красота невероятная. Эх ты, столб. Но с другой стороны, я просто за секунды, находясь вот где волна сейчас рушится, долетел до сюда. И кайт у меня здесь сел на столб. То есть скорость неимоверная. Вот так пришел порыв, кайт начал складывать. У меня я отстреливаюсь, и кайт садится уже на фонарь. А если бы не так, то, может быть, было вообще какой-нибудь трындец. Ну вот, хорошо, что хорошо заканчивается. Ну, по крайней мере, хорошо для жизни человека. Поэтому это спорт не для всех.
особенно в такой ветер. Форсируем речку возле Эллады. GMT, здравствуй. Смотрите, пришел ветер, буквально пару дней назад было очень много деревьев, листиков, и уже частично их посносило. Хотя, видите, здесь тополя, наверное, продуваются очень хорошо, поэтому листьев нет, они желтые, потому что проезжая дальше, вот ЖК Пионерский, ветер тут останавливает, и здесь деревья стоят зеленые. Контрасты, да, получаются прикольные такие. Добрались до самого Джиматы, здесь люди, видите, по дороге переходят, потому что по пешеходному переходу не перейти, все подтоплено. Ну и радует, что вообще люди как бы присутствуют. Плывем! Как всегда, там вижу, что вода еще в том районе стоит, как и стояла на юбилейном тупике на первом проезде. Но если сейчас предсказания сбудутся, на когда МЧС присылали о том, что опять усиление, это то, которое я вначале анонсировал, теперь подтверждает еще МЧС. Нас ждет тотальный шторм, который будет на всем побережье, причем и в Крыму, и в Анапе. Самые сильные волны как раз таки должны прийти в Крым. Ну а теперь смотрим на море и на волну сверху. Александр сюда приехал. Здесь, кстати, поровнее ветерок. И ребята раздают на кайтах. Но ровнее — это не значит слабее. Кто-то кока-колу потерял. Посмотрите, что с этой стороны. Пляжи затоплены. Красота. С одной стороны, с другой стороны. Ну, придет, представляете, что ветер еще в два раза сильнее, чем сейчас. В ночь с воскресенья на понедельник. Я даже представить не могу. Если бы дюн бы не было, вода бы туда уже ушла бы в тех местах, я думаю. Наблюдать всю нашу тусовку без возможности катать — это очень грустно. У меня, честно, аж слезы от расстройства. Печалька. Обидно, что так получилось. Ну, чуть-чуть можно поглядеть, как будут сегодня исполнять другие. Ветер прям тянет, ну, очень хорошо. Не все, кстати, катать будут. Боря сказал, что посмотрел, как меня выкидывало из моря. Сказал, сегодня передумал. Адреналина хватило. И он сально летит. Выше дюн 100%. Придете на море, представьте себе, что выше этих дюн прыгают. У меня тоже такие прыжки практически уже получаются. 4 кайтера на воде. Самое главное — не угодить под море. Смотрите, как набегает. Ай. Вода приходит. Сильные волны. Кайтеры уехали в ту сторону. Я через реку тут не переберусь. Прям река огромная. И еще одна волна. А чайки ждут, чтобы выкинул им хамсы или другой какой-то рыбешки. Посмотрите, как волна заходит в сторону дюн через русло. Такая силища. Дмитрий запустился, но он на серф-доске будет по этим волнам гонять. Еще один прыжочек. Получилось. Иху, полетел. И в обраточку ушел. Вот Саша прыгает. Вот это да, полет. Можем с вами посмотреть, как Александр раскатывает. Море, конечно, выглядит на таком расстоянии прям невероятно красиво. Такие волны обрушиваются. Я не представляю себе волну 8-9 метров, которая, ну, не должна, конечно, дойти до побережья. Но обещают, что обрушится на Севастополь. Когда здесь сегодня метра 2,5, они уже, так сказать, огромные. Вот, кстати, это прям красиво. Блин, только что там был. Вот как так? Вот это гребаный случай, который меня подвел. Ну, будем надеяться, что вернусь когда-нибудь я обратно в пучину морскую в такие ветра, потому что сейчас вот оставшись без маленького кайта, шансы, конечно, у меня очень маленькие покататься. Ждем. Я ждал сначала такие прогнозы, чтобы катать, и в итоге вот сегодня печальная ситуация стала меня без этой возможности. И разворот в обратную сторону. Посмотрим, будет ли прыжок. Смотрим. Да, есть прыжок. Небольшой. Вот там, на заднем фоне. И здесь подлет. Да, врезается волну. Представляете, какой удар. Все, передумал прыгать. И вот он, взлет. Сегодня прям легко летать. Ветер плотный, хороший. Грустно,
конечно, осознавать, что оборудование потеряно. Но еще раз говорю, хорошо, что живы и здоровы. Здесь улетаем от волны, благо ветер позволяет это делать. И видно, в принципе, как дергает постоянно кайт, когда на него наводится камера. Море все вспенено, прям бушующее, но при этом, как я и говорил ранее, очень теплое и классное. То есть находиться было сегодня большое удовольствие в нем. Приходил дождик такой мелкий, даже как туман очень плотный, в нем было еще теплее. Такого я, честно, еще раньше не испытывал, когда попадаешь в туманность, у тебя, наоборот, не бьет в лицо, а такой, как, знаете, в парилочку очень теплую заходишь. Это очень круто. Катаемся без ботинок, без перчаток, то есть очень тепло. И вот тут видно, как дергается кайт. То есть постоянно отрабатываешь на этом, но вот не выдержал этих порывов. Подпрыгиваем, делаем разворот, транзишн и пытаемся возвернуться обратно. С приземлениями сегодня, в принципе, было и хорошо, и не очень. Вот еще один прыжок, полетели и приземлились уже более удачно. Мне нравится такой формат, когда как будто ты едешь по маленькой круглой земле. Камера позволяет делать такие картинки очень интересные. Разворачиваемся после прыжка, едем в обратную сторону. Скорости сегодня тоже были неплохие. Вот видите, кайт дернуло, развернуло. Да, я все-таки прихожу к выводу, что не выдержал он порывы этого ветра. Жалко, что так получилось, но еще раз говорю, самое главное, что остался жив. Саша еще мне не сказал свой вердикт. Вот, посмотрите, какая высота полета. Вот не развернул доску, из-за этого, кстати, плохое приземление. Так бы мог бы поехать дальше вполне себе спокойно. Наконец-то меня море приняло, обняло и намочило целиком весь гидрокостюм. Еще один полет, и здесь у нас тоже приземление немножечко неудачное. Позже начал кайт опускать вниз, чтобы он создал тягу вдоль волны, и поэтому опять провалился под нее. Какова красота, когда ты смотришь на море с доски, когда ты чувствуешь его аромат, когда оно тебя обнимает. Это непередаваемое ощущение. Часто задают вопросы: Юра, сколько стоит там покататься на кайте? Хотим просто так попробовать. В общем, не получится просто так попробовать. Это надо проходить обучение. Вот Александр рядышком проезжает, специально камеру показал вам, что не один был в этот момент я в море. Поехал я домой. Познакомлю, кстати, вас с новым жителем своей квартиры. Будет интересно. Вставляем спот с грустью. Вот тот момент, когда ты спокойно этот шторм переживаешь, там можешь, ну, вот какая-то такая природная катаклизма, сильный порыв ветра приводит к тому, что ты не можешь продолжить катание. Грустинка. Ветер такой приятный, мощный, хороший. В общем, ждем, ребята, сильнейший шторм. Его будем с вами снимать. Хотя думал, что буду в нем катать. Ну, не на чем теперь. Надеюсь, что от вас заслужил лайк. И пишите, как вы думаете, божье ли это провидение, что остался жив-здоров. Или просто повезло. Мне кажется, тут по-другому быть не может. Вот такой поток воды. Ну, полноводная река, может все. Ох, какой подъем. Весь, ух, что-то Саня летит. Красота. И ветер как дует. Кисюня сделала сырнрав. Хоть чем-то порадовать. Спасибо тебе, дорогая, вкусно. Настроение потихонечку поднимается, это радует. Слышите, кто это у нас? Посмотрите сюда, Киськин. Стесняется еще камеры. В общем, мы пока еще думаем, как ее правильно назвать. Это девочка. Она жила у мамы, уличная кошка. И вот одного из котенков я решил себе взять. С котом тогда не получилось у нас договориться. Он еще маленький был, вредничал. Ну и дома не было. А сейчас вот теперь Кисюлька будет меня успокаивать. Надеюсь, что все дальше будет хорошо у нас с ней, потому что я ей привез лоточек, сразу насыпал туда песка, потому что она уличная кошка, и она у меня уже сходила два раза на лоток, нигде не нагадив. Ее помыли, она теперь пушистая. Единственное, надо еще купить ошейничек от блох, протравить ей этих блох. Великолепная просто кошечка. В общем, такая вот принцесса у меня теперь дома сидит и ждет, когда я вернусь.
Только уходишь в другую комнату, она за тобой бежит и мяучит. Подходишь к ней, она боится, бац, куда-нибудь пряталась. Ну как мурчит. Великолепно, а? Хоть какой-то плюс есть в жизни кофе. Напоили, и вот киска теперь уройкает. Вот так и живем, ребят. Но еще раз говорю, самое главное, что жив, но обидно то, что ошибок не допускал. И, в принципе, даже со стрелом. То есть, ну, это, знаете, как когда уже критическая ситуация, ты понимаешь, что кайт тебя может убить, ты отстреливаешь. Вот все сделал, все четко, отстрелился. Но вот не повезло. На большом числе такое бывает. Ну, теперь я могу кататься в этот великолепный ветер. Возможно, завтра будет ветер поменьше и, может быть, даже получится зайти. Ну, будем, как говорится, надеяться на лучшее. Вам всем привет, Черноморский. С вами был Юрий и Киса Азаровский. И желаем вам всего светлого и ясного. Дай Бог, чтобы у вас все получалось. Да? 17:24 плюс 1. Витязева, идем забирать дочку со школы. Посмотрите, какая уже у нас темнота. Солнышко село. Хорошо, хоть появилась тут дорога у нас. И асфальт сделали, и тротуар для людей. Ну и забитые все парковки, потому что все собрались за своими детьми. Школа Витязева очень большая. Ну, давайте дождемся дочку. Тут уже ругаются. Красота вообще. Пробка жуть, что в ту сторону, что сюда. Только здесь более-менее можно разъехаться. Народ просто поближе к входу хочет подъехать, чтобы детей забрать. Так мы были на правах дорожного движения, кто-то платил 250 рублей, и ага. Подарочки получили, и повеселились. Тебе понравилось? Да, мне много подарков дали, потому что я была еще помощницей. Сейчас мы поедем еще и на танцы, ночью, да? Настя говорит, что сейчас концерт будет. О, как.